Всем привет, дорогие друзья, подписчики. Ромарио Маркелос на связи. Вот решил спонтанно записать мысли. Хотел сказать то, что обнаружил в себе способность решать давно наболевшие проблемы, ну, свои, либо клиентов, в течение буквально 10 минут. Вот неделю, допустим, перевариваю, а потом разрождаюсь идеей буквально за считанные минуты, пару звонков. И вроде бы уже наметил верный путь. Какого тут кривой дом? Торговый центр «Фрегат» называется. Тусуюсь на районе. Так что я вам советую никогда не отчаиваться, если вы не знаете решения проблемы. Решение может быть совсем быть рядом. Подумайте о тех людях, которые могут вам помочь. Ну и попробуйте им позвонить хотя бы. А так, в целом, лучше бы, конечно, не терять связь с людьми. Всегда, как бы, стараться общаться. Мы должны все равно взаимодействовать. Будучи мы экстраверты или интроверты, все же мы живем в обществе, в социуме. Всем мир.